Чемпионы и призеры СССР, России, Европы и мира, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Целая плеяда талантливых спортсменов, подготовленная одним человеком. Заслуженный тренер России Александр Николаевич Гойшек. Он ушел из жизни в 2004 году. Практически сразу в память о выдающемся тренере были проведены первые соревнования. Сегодня это уже традиция. Татьяна Гойшек, супруга покойного тренера, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 80-го года, тренер по легкой атлетике, вспоминает его как человека, целиком и полностью преданного своему делу. И для нее этот день особенный. У нас не так много таких людей, как Александр Николаевич. Он был первооткрывателем отделения легкой атлетики в училище Олимпийского резерва. Его ученики уже вышли, как говорится, в свет по спортивной линии. И у нас в администрации работает его ученица, и в Олимпийском комитете работает его ученик. И наши тренера, которые многие сейчас занимают именно эту непосредственную должность, тоже являются учениками Александра Николаевича. Так десятки атлетов из различных уголков Московской области вновь собрались в универсальном спорткомплексе Подмосковья на открытых соревнованиях памяти заслуженного тренера России Александра Николаевича Гойшека. Спортсмены из Каширы, Подольска, Электростали, Ногинска, Мытищи, конечно, щелковские атлеты. Ну а среди судей соревнований коллеги, ученики, друзья и близкие выдающегося тренера. Когда я прихожу на эти соревнования, и у меня всегда одна мысль, думаю, человек жив, покуда его помнят. Тем более эти соревнования приобретают все больше и больше объем. Вся практически Московская область съезжается к нам. Все стараются принять участие. А вот, и это очень радует и меня как ученицу его, как тренера уже. В программе соревнований бег с барьерами, бег на короткие и средние дистанции, которые когда-то покорялись подопечными Александра Николаевича на площадках страны и мировых аренах. Он получил звание заслуженного тренера уже в возрасте 30 лет. Сегодня современным спортсменам есть на кого равняться. Ну и в числе участников соревнований есть ребята, которые уже достигли определенных высот в легкой атлетике. Ученик Татьяны Гойшек Денис Серезденов, мастер спорта, многократный призер и победитель областных соревнований, призер России Центрального федерального округа. Он учится в училище Олимпийского резерва, расположенном в Щелкове. В этих соревнованиях участвует не первый год. Соревнования вдвойне ответственные, потому что проводятся в честь очень великого тренера, заслуженного тренера России Александра Николаевича. Татьяна Геннадьевна для меня один из первых людей, можно сказать. Я к ней пришел 6 лет назад, уже 7-й год тренируюсь с Татьяной Геннадьевной. Я был еще, можно сказать, ребенком. Она меня вырастила, всему научила, дала дорогу в жизнь, помогла всему, довела меня до высоких результатов. С каждым годом в этих соревнованиях стремятся принять участие все больше и больше спортсменов. В этом году их более 350. Для них это еще один старт, еще одна возможность пополнить копилку достижений, возможность усовершенствовать и свой личный результат. И пусть даже на доли секунды, но ведь именно они порой решают все. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».